В одном из интервью ты допустил возможность войны. Ты вспоминал, как Вадим Григорьевич Папа в 1938 году говорил, что да, война будет. То есть вот было это ощущение. И ты сказал, что ты допускаешь, что будет еще одна мировая. Мне бы этого крайне не хотелось. Ну, это, я думаю, что мало кому хотелось бы. Теоретически мы живем на том отрезке, когда может быть все. Угу. Я вот недавно совершенно буквально беседовал с Маргаритой Симонян, задавал ей тот же вопрос, она сказала, что никогда мировой войны не будет, что это точно. Мне бы ее увидеть. Записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Вы научитесь мужской работе и достойно встретите Третью мировую войну.